Ну что ж, друзья, теперь перегружаем наш ПК и, соответственно, радуемся новому обновлению, проверяем его, тестируем. Поехали. Конечно же, закрыть. Кстати, установка, блин, проходит не очень быстро, на удивление. Обычно быстрее, ну ладно, ничего страшного. Итак, друзья, скачалось, установилось последнее обновление, 22469, как видите. И, соответственно, теперь его проверяем 3D-марки. Ну, как обычно, вот мне нравится такая штука. Ругайте меня. Хотите ругайте, хотите нет, но вот, собственно, я вот так делаю. Проверяю, да. Я такой. Thank you.
Друзья, справа результаты, которые были, слева результаты, которые стали. Graphic score, значит, было 7380, стал 7397, кстати, вообще не изменилось. А вот CPU score увеличилось, было 9000, ну, короче, 9200, округляя, стал 2663. То есть, друзья, вот опять же. И в целом баллы увеличились, но больше всего, как видим, CPU score на 400 баллов, на 467 баллов увеличилось. Друзья, так что вот, собственно, и все. Я не знаю еще, что сказать. Баллы увеличились на CPU. Я радуюсь, вы радуетесь, все радуются. Кто-то может сказать, что это прогресс. Возможно, я не буду спорить, но вот такие вот результаты. Обновляюсь до последней версии. Значит, у меня, кстати, AMD Ryzen 3700. Друзья, всем пока, до свидания.